Всем доброго вечера, выхожу на связь. Сегодня такой более разгрузочный день был, на самом деле. Что-то с утра поездил по делам, стало вырубать, лег поспать. Вот сейчас еду уже за тачкой, которую с утра отвез в Жабу Моторспорт. Сейчас вам подсниму оттуда видос. А я, собственно, по какому поводу вышел на связь. Нужна пленка под тачку на РДС. Так, мы забрали тачку. Жаба Моторспорт, он Макс поехал домой, как раз доделал, все четко, что у нас, вентили, все теперь работает, все супер, чуть потянули моментики, которые вылезли у нас по ходу тестов, и мы направляемся дальше, готовиться. Спасибо, Макс. Ну и между этапами, вы сами понимаете, как бы мы выходим с ней на прогулку, вот сегодня показываю ей Саки, гостиницу, Астория. В общем, гуляем с малышкой по центру. Игорян в очках, солнечно очень. Как? Ну, вчера Даня на этой машине завоевал второе место на Игоре. Сегодня мы доделали по гарантии один нюансик. Думаю,